Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в салоне красоты Назаров и Маслов. У нас вы найдете большой ассортимент услуг, качественное обслуживание и по-настоящему уютную и комфортную атмосферу. В арсенале наших мастеров самые передовые технологии. Сегодня мы с ними познакомимся благодаря нашей гости Наталье. Сейчас мы с вами сделаем уход лица, биозавивку ресниц и перманентную тушь. Пройдемте. Это наш косметолог Кристина, и сегодня она будет с вами работать. Здравствуйте, Наталья. У Натальи комбинированная кожа, поэтому уход начинается с очищения пенкой. Затем мастер с помощью ферментативного пилинга убирает излишки кожного сала и поверхностно очищает поры. Средство необходимо оставить на 10-15 минут, либо растереть до полного высыхания. Важно тонизировать кожу после каждого этапа ухода. Точно наносим на участки, где у нас есть высыпание, подсушивающую масочку. Чаще всего, если комбинированная кожа, то это Т-зона у нас. Высыпания чаще всего появляются на подбородочке, на носу, на лбу. Щеки у нас сухие. Поэтому мы будем использовать увлажняющую масочку. Для максимального эффекта маску оставляют на 15 минут. Затем смывают, наносят тоник и крем легкой текстуры. Сейчас мы будем делать коррекцию бровей и окрашивание. От коррекции бровей мастер переходит к биозавивке ресниц. Процедура абсолютно безопасная, не повреждает структуру ресничек. Специальным клеем для век заклеиваем вот такие вот бигуди. Они разных размеров, для Натальи у нас подходит М-ка. Теперь, используя этот же клей, мы приподнимаем реснички и закручиваем на бигуди. На основании ресниц наносится состав для завивки. Через 10 минут средство снимают, наносят второй специальный состав и процедура повторяется. Ресницы питают маслом, после убирают бигуди. Мастер переходит к следующей процедуре – окрашиванию перманентной тушью. Эта услуга имеет массу преимуществ, особенно привлекательных для летнего сезона. Самое главное, что можно умываться, купаться в море, не боится соленой воды, не боится кремов и масел. Результат – ресницы смотрятся так, будто они покрыты обыкновенной тушью, но эффект держится от 3 до 4 недель. После этих процедур Наталья выглядит еще более юной и свежей, но на этом преображение героини не заканчивается. Ну а сейчас мы будем делать укладку. Это ваш мастер Игорь, присаживайтесь. Для нового образа девушки идеальной прической станут гладкие пряди. Мастер выпрямляет их с помощью фена. Ну и чтобы завершить образ нашей героини, мы сделаем дневной легкий макияж. Немного тонального крема и пудры, тени пастельных, золотистых и кремовых тонов, бесцветный блеск или светло-розовая помада для губ. И мейкап готов. Вот и подошло к концу посещение нашего салона. Вы довольны результатом проделанных процедур? Я получила колоссальное удовольствие от посещения салона красоты Назаров и Маслов и в восторге от работы мастеров.